Это правда, что Илон Шор пытается вести переговоры с некоторыми депутатами от партии социалистов? Я не... Как вам сказать? Правильно ответить. На сегодняшний день про Илона Шора ходит такое количество слухов, что если я продолжу список того, что вы назвали, что он начал или ведет переговоры с депутатами от социалистов, я закончу его многими другими вещами. Я думаю, что людям надо меньше фантазировать, а смотреть на то, что Илон Шор конкретно предпринимает для того, чтобы улучшить условия жизни в нашей стране.